Говорят, есть забытые Богом места, где никто не хотел бы всю жизнь проводить. Но когда я смотрю Божьей правде в глаза, то не верю, что Он мог людей там забыть. То не верю, что Он мог людей там забыть. В городах христиане привычно поют о своей бесконечной к Иисусу любви. Но так мало готовы оставить уют и забытое место хоть раз посетить. И забытое место хоть раз посетить. Назарет был тем местом, которое все почитали лишенным любых перспектив. Но поверхностный взгляд, что имел человек, наш Мессия собою самим посрамил. Наш Мессия собою самим посрамил.